Всем привет, дорогие друзья, с вами Саня и мастерская «Сами с ключами». Как-то раз я покупал припой для алюминия. Сейчас мне пришел другой. Вот это не тот же, это другой. И мы попробуем запаять алюминиевый радиатор. Этот радиатор мне не нужен, это чисто для того, чтобы проверить, как это у нас получится. Алюминий здесь тонкий. Я вот так вот вырезал дыру в ребрении и просверлил дыру, просто сверлом просверлил. И попробуем ее просто взять и запаять при помощи нашего припоя. Как это у нас получится, честно говоря, не знаю. Но получится, если получится, то будем паять большой радиатор, который основной на машине, потому что он у меня потек. Ладно, давайте попробуем. Что получится, точно не знаю. Ну, что получится, то получится. Поехали. Паять будем при помощи обычной вот такой вот горелки. То есть, по сути, нагреваем наш алюминий и припоем тыкаем, и в принципе должно все сработать. По крайней мере, так обещает нам китаец. Специально, кстати, дождался, чтобы у нас была температура около нулевая, чтобы паять на улице. Так, у меня баллон кончился. Итак, у меня кончился баллон. Так что будем по новой. Зарядился с новой. Thank you.
Да чтоб тебя. Ну и что за хрень? О, пошла жара! По-моему, реально круто. Интересно только, есть ли герметичность. Запаялось-то оно запаялось, а есть ли герметичность? Это вопрос. Она только прогорает еще больше. Дело в том, что запаять-то можно. Вообще беспроблемно. Запаять можно вообще без проблем. Насколько это только будет герметично, не знаю, надо попробовать. Так.
Итак, ребята, давайте смотреть, что мы имеем. Вот наш радиатор, вот наша дырка, запаянная. Сейчас будем заливать внутрь воду и посмотрим, потечет ли она. Давление я подать не могу, поэтому просто зальем воды, да посмотрим. Ну вот и все, залили полный радиатор. Ждем воду. Ну все, как вы видите, вода не течет. Все нормально. Тут есть маленькая капелька, но это я ее пролил, когда заливал в чайничек. Из чайничка. Ну вот и все. Кому понравилось такое видео, естественно, лайк. Кому не понравилось, дизлайк, комментарий. Ну и все. Всем пока, удачи, два туза раздачи. Всем пока. Пока.